Так, друзья, этот прямой эфир я выложу на свой YouTube-канал обязательно. На YouTube вы увидите эту мою большую распаковку. Итак, клуб 500 на 20 тысяч рублей. Заказ показываю. Дело в том, что... Сейчас я, конечно, попробую. Ой, я даже эту коробку еле-еле поднять могу. Вот она там, все средства. Сейчас вам буду все показывать. Ультра омега-3. Я стараюсь брать на семью именно вот эту вот омегу, омега-3 ультра из спортивной серии. Почему? Там выше концентрация, там больше капсул, 120 капсул на баночку. Нам на всю семью надолго хватает, но в целом, как бы надолго не хватало, она заканчивается. Поэтому я взяла две упаковочки, чтобы до конца весны, до лета нам всем дружно хватило. Потому что я и детям даю омегу, и сама пью, и муж с удовольствием пьет. В общем, она нужна нам всем, ультра омега-3. Меня кто-то спрашивает, чем она отличается от нашей классической северной омеги. Рассказываю. В северной омеге 60 капсул, здесь 120. И вот смотрите, северную омегу 3 капсулы, если пить, это получается 1 грамм омега-3. Здесь, если вы выпиваете 4 капсулы, то получается 2 грамма омега-3. Она поэтому называется спорт ультра, да, потому что для спортсменов нужно больше омеги. Но нам с вами, обыкновенным гражданам, столько много омеги не надо. Нам вполне хватает 1 грамма. Соответственно, вот я, как взрослый человек, выпиваю 2 капсулы в день омега-3 ультра. Соответственно, считаем в голове, можно на калькуляторе. 120 капсул разделить на 2. Получается, сколько дней на одного человека? Правильно, 60, ровно 2 месяца. В северной омеге у нас 60 капсул. Подчеркиваю, 1 грамм – это 3 капсулы. 60 на 3 сколько? Правильно, 20. Соответственно, северной омеги хватает на 20 дней. Омеги ультра на 60. И вот если вы цену северной омеги умножите на 3, вы как раз получите цену омега-3 ультра. Понятно? Так тут еще плюс витамин Е. Вот и все. То есть это недорогой продукт. Это продукт, который в 3 раза больше по концентрации, чем северная омега. Все. Все. А так у нас и та, и другая омега прекрасная и хорошая. Не удивляйтесь. Просто я эту беру, потому что у меня вся семья ее пьет. Да, мне неудобны маленькие эконом-упаковки. Я беру сразу вот это. Понятно? Понятно. Так, не из БАДов, не из БАДов. Вы что думаете, что у нас только БАДы? Нет, вы ошибаетесь. Вот этот дезодорант. Обожаю наш дезодорант, он безопасный, то есть он не закупоривает поры. Ребят, кто еще не знал? Ну, мне кажется, по-моему, уже все девушки в 21 веке об этом знают, что все наши классические масс-маркетовские дезодоранты, которые продаются в обыкновенных магазинах, они закупоривают поры. Это приводит к раку молочной железы. Уже просто изо всех утюгов об этом поют песни. Вот я вам подтверждаю, это правда, это факт. Дело в том, что у нас пахнет не пот, да, объясняю, у нас пахнут бактерии, которые размножаются вот в этой среде. Поэтому, что делают безопасные дезодоранты? Они не блокируют потовые железы, то есть вы потеете, но при этом не пахнете плохо. Понятно? Я надеюсь, что понятно объяснила. То есть классические дезодоранты из масс-маркета, которые блокируют потовые железы, да, вы не потеете, да, ну и ничего не чувствуете. То безопасные дезодоранты, которые сейчас в достаточном количестве распространены, особенно в сетевых компаниях, они не блокируют потовые железы, то есть все нормально, у вас выделительная система вообще-то должна нормально, адекватно работать, никто и ничто тормозить ее не должен, иначе происходят нарушения в организме. Поэтому, девчонки, если вы являетесь, ну, просто такими ярыми фанатами своих Фарик, Сон, Нивей и так далее, делайте хотя бы перерывы. Я вас умоляю, когда дома, к примеру, сидите с детьми, не мажьтесь вы этими дезодорантами, дайте телу своему подышать, в конце концов. В общем, долго могу петь песни, дезодорант классный, хороший. Я перепробовала несколько фирм, да, они не всем подходят, то есть это все очень индивидуально. Вот, допустим, я попробовала две сетевые фирмы, также безопасные дезодоранты, мне не подошло вообще, вообще никак мне не помогают. Вот этот наш Siberian Wellness, чудо, просто чудо, я вообще уже больше ничем пользоваться не могу. Однажды я приехала на дачу, забыла его, у мамы на полке стоял какой-то допотопный то ли Фа, то ли Неве, и чуть с ума не сошла. Мне уже и запах не нравится, и текстура, и вот эта липкость, бэ, просто фу.
Короче, кто фанат Натура Эко и заботится о здоровье, вот это наш дезодорантик. Очень-очень рекомендую, всегда его беру. Дальше поехали. Что еще? Естественно, баночки мегавитаминов. Почему две? Потому что также мы пьем их с мужем на постоянной основе. Я как только перестаю пить минерально-витаминный волос, у меня волосы начинают очень сильно выпадать. Ну вот. Так вот, после трех родов вот такое вот со мной происходит. Но как нормальное количество витаминов употребляю, как с витаминным минеральным балансом, у меня все в порядке, все, никакого выпадения, все прекрасно, хорошо. Точнее, не никакого, а как бы выпадение в норме, там сколько-то волосинок в день разрешено к выпадению. Вот я становлюсь в норму эту. Вот, без витаминов все. Это что-то страшное с моей головой происходит. Мегавитамины. Что это такое? Это 13 витаминов, 8 минералов, все, что нужно для нормального функционирования вашего организма. Очень крутая банка. 120 таблеток. Всего лишь 950 рублей. 120 таблеток. Вы можете растянуть на 4 месяца. Можете по одной таблетке пить, кто вам мешает. Но здоровая дозировка взрослого человека – это 2 таблетки в день. Соответственно, на 60 дней. На 2 месяца одна банка, если по классике пить. Если по одной таблетке, да, у меня кто-то эти мегавитамины покупает, школьникам своим дает, спортсменам, деткам там с 12 лет по одной таблетке. Вообще хватает на 4 месяца. 950 рублей, ребята, это смешно. Витаминки для моих малышей кибальчишей. Витамины из детской серии. Это 11 витаминов для нормального функционирования, для нормального здоровья и развития вашего ребеночка. Просто 11 витаминов в прекрасных дрожжешках. У меня их дети каждое утро пьют, балдеют от их вкуса. Они с небольшой кислиночкой. Витамин С, естественно, самый яркий вкус придает. Вот они вот такие вот. Вот такие вот. Они очень вкусненькие, очень приятненькие. Немножечко такие твердоватые на зуб, но в целом очень приятные. Но, ребят, подчеркиваю, это не шоколадка, это не мармеладка, это не киндер, это не барни. Да, то есть некоторые дети сначала пробуют и такие: ой, мам, что-то не то. Это норма, ребят, потому что, ну, вы это рекламируете ребенку как конфету, не надо этого делать. Сразу говорите, что это витамины, да, это не лекарство, но это и не конфетка. Поэтому, да, такой вкус специфический, но детки очень быстро к этому вкусу привыкают и в восторге в полном. Больше, конечно, детям заходит вот это, наша дрожжета-пивишка, у меня ее в заказе нет, но сразу же показываю, да, дрожжета-пивишка детям заходит лучше, потому что вот они больше похожи на шоколадку, они такие шоколадные шарики с инулином, вкусненькие. Но, еще раз подчеркиваю, витаминка — это 11 витаминов, топивишка — это витамин С и инулин. Вот у кого проблема с пищеварением у деток, вот рекомендую эту пивишку. Очень хорошо справляется со всеми проблемами. Чуть-чуть побольше дозировочку даете, и все хорошо. У ребеночка не страдает. Ну, это чисто в душ. Гель для душа с соком томата. Сейчас у нас начнется дачный период. Один гель у меня на дачу поедет, 2 домой. Семья огромная, большая. Очень все это быстро у нас улетучивается. Тем более все наши вот эти гигиенические средства, они без парабенов, без CLC. Мою даже детей, детям отдельно никаких средств не покупаю, что очень-очень приятно, экономит бюджет наш. Вот взяла сразу 3 геля про наш коктейль протеиновый, сывороточный протеин, точнее, это даже не коктейль, у нас просто называются эти пакеты сывороточный протеин, потому что там кроме протеина ничего нет, там нет вот этих дурацких загустителей, камедий, шмамедий, которая присутствует, на самом деле, в коктейлях других сетевых компаний. На секунду, читайте составы. Я, конечно, не говорю, что другие коктейли плохие. В любом случае, стакан любого коктейля, любой сетевой компании, это намного лучше, чем съесть кусок жареной свинины на ночь. В любом случае, коктейль с любым составом будет лучше куска жареной свинины на ночь. А очень многие фирмы этим грешат. Они добавляют самый дешевый подсластитель, фруктозу, который, извините, напрямую идет в жир. Так и чего и вредна для нас, для всех. Ну зачем это? Зачем? Вот. Наши сывороточные протеины, они очень легенькие, нежненькие, они не густые. Для тех, кто не любит густоту, для тех, кто не любит коктейль, вот знаете, как сопли, извините за выражение, вот я такие коктейли не могу. У меня от них обратный рефлекс идет. Вот я люблю такие жиденькие, простенькие, но при этом они очень хорошо насыщают. Очень хорошо насыщают. У меня и муж их по утрам пьет. Про запас одну пачечку взяла шоколадное печенье. Вот нам нравится с какао. Тут добавлено какао. Вот этот вкус больше всего нам нравится. Вот, шоколадное печенье. Рекомендую. Так еще и цена. Ребят, у нас цена за коктейль 1450 рублей. 15 порций. Я не шучу.
1450 рублей. У нас сейчас на рынке есть фирмы, которые за такое же количество порошка, 500-граммового, берут 4000, 5000, 6000. Я вообще не понимаю, кому это доступно. Кому доступны коктейли за 4, за 5, за 6 тысяч рублей. Окей, даже с какой-то там скидкой. Но окей, будет не 6 тысяч, а 5. Не 5, а 4,5. Вас это спасет, что ли? Меня, например, нет. Я лучше вот куплю за 1450 и еще и кэшбэк получу. Да, ну, ребят, умеете считать, пожалуйста. Не ведитесь на вот этот какой-то культовый зомбеж. А у нас какой-то состав. Да не бывает никакого бомбического состава в коктейле. Вы смотрите количество белка и всяких разных наполнителей дополнительных. Все. Белок и все остальное. Чем больше белка, тем уровень коктейля выше. Тем он ценнее, да, потому что мы для чего коктейль-то эти пьем? Чтобы норму белка восполнить. Мы сейчас мало едим белка с нашей жизнью. У нас все питание на бегу, я не знаю, чипсы какие-нибудь, там фастфуды. Белка мы мало потребляем. И вот чтобы восполнить нехватку белка, мы пьем протеиновые коктейли. Все. То есть в коктейлях самое важное это количество белка. А не вот эти все маркетинговые ходы, вкусно, невкусно, там еще что-то. Хотя наш коктейльчик очень вкусный, он мне очень нравится. Угу, рекомендую, поехали дальше. Кригельм. Друзья, собачники, кошатники, все любители животных и покопаться летом в грядках. Все врачи рекомендуют весной и осенью пропивать антипаразитарную программу. У меня есть мамочки, которые пьют антипаразитарку вместе со своими детьми. И раньше они сидели на аптечных антипаразитарках. И вот кто у меня познакомился с нашим тригельмом, сейчас его открою, я сама его начну пить через неделю, меня научили на убывающую луну. По-моему, на убывающую луну надо начинать пить тригельм. Вот я его начну через неделю пить. Тригельм. Показываю, что в него входит. Кстати, ребят, кто забыл, кто смотрит меня из сибирского здоровья, инструкция, вот она. Вот она инструкция. Раньше у нас инструкция была в виде книжки. Вот у нас компания экономит природу, и книжку заменила вот просто такой картоночкой, такой картонной вкладочкой, где все по дням, видите, по дням написано, что, когда пить таблеточки первые, когда таблеточки вторые, когда пасточку глотать. Видите, все понятно, все расписано. Оп, сложили, и снова в коробочку, оп, сейчас снова в коробочку, ну ладно, не убирается, потом уберу. В общем, вот они, вот эти вот два цвета капсулок. Видите, такие желтенькие и голубенькие. Пасточка на основе гвоздики и ложечка к пасточке. То есть вот это антипаразитарная программа. Она полностью на травах, она полностью натуральная. Поэтому она безопасная. Поэтому нашу антипаразитарку дают детям 7 лет. То есть детям 7-летнего возраста можно использовать нашу антипаразитарную программу. А вы знаете, что паразиты могут приводить к абсолютно различным недомоганиям. Это может быть и головная боль, и пожизненная усталость, и какие-то хронические заболевания различных органов. И это все могут быть причиной присутствия паразитов и житья-бытия паразитов в вашем организме. А уж если у вас собаки, кошки, друзья, ну вы вообще... Как можно о себе не заботиться, о своих близких и родных? Обязательно антипаразитарку пропиваем весной и осенью, у кого животные. После дачного периода, окей, у кого нету животных, но, к примеру, у вас есть дачи, и вы любите покопаться в земле, поесть ягодку с куста, обязательно осенью проходим антипаразитарочку, она у нас классная. Что мы делаем после антипаразитарки? Сейчас покажу. Эльбифит хранится в холодильнике. Я когда получила свою посылочку, я сразу наш пробиотик убрала в холодильник. Вот сейчас я вам его покажу вместе с тригельмом. Я взяла себе две упаковки эльбифида. Почему? После эльбифида нужно обязательно пропивать пробиотики, бифидобактерии для восстановления микрофлоры. Потому что тригельм, естественно, вычищает все. Да, и без восстановления микрофлоры вам будет плоховато. Обязательно пропиваем наш эльбифид. Чем хорош именно наш пробиотик, эльбифид? Почему я против всяких линоксов и так далее? Потому что капсулы нашего эльбифида сделаны таким образом, что они у нас доходят до кишечника. То есть они не в желудке растворяются, а доходят до кишечника. А именно в кишечнике важны наши микробактерии. То есть именно кишечнику необходима микрофлора для того, чтобы все хорошо переваривалось. И вот эльбифид как раз для этого и создан, чтобы капсулки доходили до кишечника, а не растворялись в желудке, как у большинства классических пробиотиков из аптек. Еще раз, наш пробиотик эльбифид. Кстати, у кого какие-то хронические заболевания,
гастриты, колиты, язвы. На самом деле Эльбифит решает чуть ли не 99 проблем желудочно-кишечного тракта. Я вам серьезно говорю, ребят, потрясающее средство, просто потрясающее. У меня все клиенты начинают с него. То есть, если у кого-то какие-то проблемы с ЖКТ, все бегом за Эльбифидом. Очень классное средство. Тут 15 капсулок, я взяла себе 2 упаковочки, потому что хочу после тригельма пропить его месяц, чтобы очень хорошо восстановить микрофлору, чтобы у меня ЖКТ было, все было прекрасно и нормально. По клубу 500 купила себе интеллектуальный крем. Я на него смотрю, наверное, все 2 года работы моей в сибирском здоровье, и все себе не могла позволить, потому что крем не дешевый, 2300 рублей, стоит 50 мл, но все, кто им пользуются, говорят, просто улет, улет. И вот я решила, раз уж мне компания 20 тысяч рублей подарила, я решила разориться и положить, ну как разориться, да, положить по этой акции себе вот этот крем, буду пробовать вам говорить. Мои шикарные волосы, короче, это наборчик увлажнения, вот в такой вот красивой коробочке. Они у нас до сих пор продаются. Кто идет на какой-то праздник, день рождения, мероприятие, очень классный сувенир. Очень классный сувенир. Вот здесь вот находится шампунь, шампунчик и кондиционер для волос. Всегда пригодится про запас себе любимый. Очень люблю наши средства, шампуни, кондиционеры. Они без парабенов, без CLC. Повторюсь. Вообще, ребят, что хочу сказать. Вот этой темой без парабенов, без CLC я увлеклась года так, наверное, 3 назад. У меня тогда была просто жуткая какая-то перхоть, просто жуткая перхоть, чесотка, сиборея. Меня спасал только шампунь Виши из аптек. А вы знаете, что он гормональный, на секундочку. А не хочется себя гормональными средствами лишний раз пичкать, пусть даже это будет и шампунь, да, это как бы не внутрь, а шампунь, но все равно. Так вот, когда я начала мыть голову средствами без сульфатов, да, без CLC, без парабенов, у меня и перхоть исчезла, и сиборея пропала, да, и все с головой стало на круги своя. А добавила мегавитамины, так еще и выпадение прекратилось, понимаете? Вот и все, нормальный шампунь-кондиционер и минеральный витаминный комплекс. Вот тебе и счастье. Да, кто-то скажет, ой, да ваши там шампуни с кондиционерами по 400 рублей стоят, как дорого. Ребят, сейчас, если я не ошибаюсь, шампунь Виши стоит 2000 рублей, если не дороже. Виши 2000 рублей. И поверьте, он очень быстро расходуется. Вот, то наши вот шампуни с кондиционерами 400, и я мою голову чуть ли не раз в неделю. Стыдно признаться, но это так. А потому что она не жирнится, понимаете? Когда моешь голову нормальными шампунями, голова, волосы не жирнятся. И это у меня вечно, мне казалось всю жизнь, что у меня самая жирная голова на свете. Нужно просто было использовать нормальные человеческие средства по уходу за волосами. Вот и все. Угу. Рекомендую. У нас очень много различных шампуней, кондиционеров на любой вкус и цвет. Вот. Дальше поехали. Что взяла? Естественно, урвала 2 туши. Тушь мне моя наша очень-очень нравится. Казалось бы, компания «Сибирское здоровье». Тушь, декоративная линейка. Вы знаете, я тоже сначала очень-очень скептически к этому отнеслась. Такая, да ладно, как может «Сибирское здоровье» выпускать хорошую декоративную линейку? Тушь у нас корейская, потрясающая, крутая. Еще раз подчеркиваю, я 3 года работала в американской компании, и мне казалось, что лучше той туши нету ничего и никого. Пока я не познакомилась с «Сибирским здоровьем». Нет, вот эта тушь как раз-таки лучше. Она не осыпается, она держится весь день, никаких пятен, никаких следов. В общем, потрясающие вещи. Всем рекомендую попробовать и съесть с вашей американщиной, грубо говоря. Вот, у кого средства по уходу, по декору очень дорогие, ребят, попробуйте наши, не пожалеете, потом пришлете мне благодарные отзывы, и это я вам точно говорю. 2 туши, опять же, ну, они у меня в среднем мне на 1,5-2 месяца хватает, вот как раз до середины лета, чтобы уже не париться. Взяла за бесплатненько. Дальше поехали. Что у меня еще? Что у меня еще? Детям какао. Наш какао. Супер-мега. Сейчас открою, покажу. Мы в него влюбились. Какао без сахара и с пребиотиками. То есть помогает пищеварению вашего ребеночка, так еще и без сахара. Короче говоря, закончилось это какао пару дней назад. Мне очень захотелось какао, у меня на дне Несквик стоял дома на полке, Несквик, все никак не выброшу.
Он мне таким дико сладким показался, аж до противности. Просто до противности. Причем я разбавила на стакан, да, половину молока, половину воды, чайную ложку даже без горки. И то прям мне аж плохо стало от этой сладости. Так что рекомендую, кто заботится о здоровье своих деток, ребят, мы детей и так пичкаем очень много углеводами. Сахар – это равно углеводы. То есть сахар ребенок получает там из хлеба, из фруктов, из овощей. Да везде есть сахар, везде, понимаете? Не волнуйтесь, ребенок не будет обделен сахаром, если вы просто уберете там реальный сахар из его рациона или тот же Несквик. Вот, пожалуйста, замените нашим полезным какао, и хоть на частичку ребеночек ваш будет здоровее. Вот. Какао детское. Дальше, что у нас? Что у нас? Крем для рук. Мне очень нравятся наши крема для рук, особенно вот этот с миндалем. Запах бомбический, ребят. Запах очень-очень классный. Эти крема компания выпускала под Новый год, поэтому такая елочная упаковка. Они еще немножечко остались. Идут, кстати, у нас отдельно по акции, но я его тоже себе взяла. Помадка. Урвала себе помадку. Сейчас при вас прям распакую. Очень давно хотела именно этот цвет, холодный розовый. Пока расскажу. Ребят, помады наши очень классные. Текстура прекрасная, мягкая, увлажняющая. Наносится быстро, легко. Держится тоже очень хорошо. Так что, кто не пробовал наши помады, рекомендую. Посмотрите, какая упаковка. Посмотрите, какой дизайн. Класс. Ну, просто в руке держать приятно. Матовое покрытие. Смотрите. Оп, и... Опа! Оп! Опа! Так, показываю цвет. Вот такой вот приятный розовый цвет. Мне как раз нужна такая была нюд-полунюд, такой легкий розовый. Вот давно ее смотрела себе. Она у нас, правда, не дешевая, да, признаюсь, но реально классная. То есть вот все, кто сначала говорит, ой, что-то дорого, какие-то помады дорогие, но все, кто их в итоге пробует, говорят, да, она стоит своих денег. Вот. А партнером компании как бы 25% кэш, так что, ну, вообще, шоколадная цена. Вот. Все, убираю свою помадку, очень-очень довольна. В общем, помада и тушь. Что еще нужно девушке для счастья? Потому что тоналкой я практически не пользуюсь, так еще тенюшками брови подвожу. Ну, вот такая вот я. Вот такая вот я. Красивая. Главное самой себя так считать, да, а все остальное... Так, дальше поехали. Это фитомыло для интимной гигиены. Пользуюсь и я, и мои детки. Очень им нравится. Обожаю наше фитомыло. Средство для интимной гигиены. Рекомендую. Одно на дачу, одно себе домой. В общем, ребят, как заканчивается, бегу покупать. Мне оно очень-очень нравится. По акции бесплатненько. Две баночки. Так, дальше поехали. О, сейчас я вот это при вас тоже открою. Это скраб. Из нашей спа-серии я его очень-очень-очень давно хотела, скраб с земляникой. Каждый раз, когда я себе заказывала новые скрабы, его почему-то не было в наличии, потому что его больше всего разбирают, больше всего любят, потому что у него аромат невероятный, просто за километр пахнет вот этой земляникой. Сейчас, в общем, сейчас покажу вам. Раскрываю коробочку. Вот так вот это выглядит. Это в пленочке все. Видите? В пленочке все. Сейчас при вас открываю. Сегодня им буду скрабиться. О, боже, я так его давно себе хотела. Алле-оп. Так, при вас открываю. Алле-оп. Алле-оп. Боже, я вот начала открывать, уже пошел аромат. Посмотрите. Посмотрите, какая красота. Это можно просто... Дайте хлебушка, батон, я намажу и съем. Я вам серьезно говорю. Как можно устоять, я не знаю. Это потрясающий аромат. Просто... Все, я пошла. Все, презентация, прямой эфир закончился. Это балдеж. Это просто балдеж. Ребят, кто не пробовал наш скраб с земляникой, я рекомендую. Я уже перепробовала все скрабы, но вот этот аромат мне больше всего нравится. В общем... Мыться. Скорее. Все, закрываю. Вот так вот выглядят наши скрабы. А в этой спа-линейке еще есть гели для душа и крема для тела. То есть вот с таким же ароматом гель для душа и крем для тела. Пока еще не пробовала именно вот с этим ароматом. Тоже хочу попробовать, но главное было урвать скраб. Очень-очень его хотела. Все. Так, и хронолонг. Ну, хронолонг это я уже себе покупала за деньги. Я говорила, да, что вот у меня есть заказ по клубу 500 на 20 тысяч рублей бесплатно. Хронолонг это я уже специально покупала, потому что у меня на нем сидит моя мамуля-красотуля. Хронолонг это женские витамины, женский комплекс возрастной.
да, можно начинать девушкам 35+, ну, где-то, допустим, раз в год можно пропивать для омоложения, для комплексного, для профилактики. У некоторых из-за нашей нехорошей экологии, из-за такого бешеного ритма жизни, из-за неправильного питания, из-за каких-то хронических болезней возникает ранний климакс, начинается ранний климакс, и вот хронолонг таких девчонок спасает. И в целом спасает девушек хорошего, прекрасного возраста от начавшегося климакса, от приливов, от этой вот потливости дурацкой, которая вот просто сводит всех с ума. Ребят, девчонки, хронолонг вас спасет. Здесь фитоэстрогены растительные, растительные, безвредные. Это не гормоны, которых вас пичкают в аптеках. В общем, рекомендую хронолонг, потрясающее средство. У меня все девчонки 50+, сидят на этом препарате. В диком восторге, в диком восторге. У моей мамы заканчивается, она сразу его просит. Это и комплексное омоложение, это возвращение цикла, если он вдруг у вас зашалил. И стал ненормированным. Вот, кто-то даже после него беременеет. Вот, так что осторожно, внимание, осторожно. В общем, хронолонг, потрясающее средство, всем девчонкам рекомендую. Раз уж пришла мне посылка, вот рассказываю, подсказываю. Кто не знал, девушки, угу. Не мучайтесь, не страдайте. И всякой гадостью себя не пичкайте. Вот, лучше купите натурпрепарат, хронолонг сибирского здоровья. Так, и вот специально все средства такие вытащила, чтобы вам показать, сколько батончиков и мармелада я заказала. Меня тут Марина Киселева спросила: Динара, что ж ты заказала на 20 тысяч рублей? Это батончики и мармелад. Потому что и я, и мои дети очень много их кушаем. Особенно мои дети обожают наш мармелад. У нас мармелад разного вкуса. Вот у меня здесь облепиха, корица, черная смородина, черника, малина. В общем, вот которые малина, черника, вот этот натуральный, они более мягкие. Мармеладки, которые черная смородина и апельсин, они чуть-чуть потверже, будут дольше жеваться. Деткам совсем маленьким зайдет. Только вот покупайте, которые более мягкие вкусы. И мои любимые батончики. То есть я всегда беру вот эти вот батончики карамель, фундук, сникерс воплоти. Для фанатов, для любителей сникерса вот такие вот батончики карамель, фундук. Они 25-граммовые, очень классные, вкусные. Один батончик с чайком, с кофейком, все, и сыт, доволен, и ничего сладкого не хочется. Очень-очень их люблю. Дальше заказала себе вот такие марципан кешью. Они послаще. Вот кто любит прям очень сладкое, вот эти батончики вам зайдут больше. Марципан кешью. Лесная ягода, тоже прикольные. Но вот я в последнее время вот такие 50-граммовые не беру. Ну, потому что я открываю и все съедаю. Я не могу остановиться. Поэтому я беру вот либо в коробочках, а в коробочке два вот таких вот батончика по 25 грамм. Съел и все. Либо вот эти вот карамель фундук. Они мне реально на вкус больше всего нравятся. Хотя пару дней назад я себе сделала новый заказ, у нас появились новинки, новые батончики с вишней, кокосовый кранч, с амарантом, какая-то там лимонная фантазия, обещают бомбический вкус. Тоже решила все попробовать и на своих детях опробировать. Они у меня первые бегут и пробуют все это дело наше вкусное. Все, ребятки, ну, по-моему, все вам показала в этом своем огромном большом заказе. То есть еще раз, мармелад, батончики просто очень-очень-очень много. Гели для душа, домой и на дачу. Божественный скраб, которым сейчас буду намываться. Гель для интимной гигиены. Кремушек для рук. Какао. Две туши. Суперинтеллектуальный крем. Давайте я вас при вас открою. Что я? Я же тоже его хочу сегодня попробовать. Сейчас при вас открою интеллектуальный крем. Сейчас распаковываем. Видите, какая коробочка красивая. Так, открываю. Опа. Открываю. Вот здесь показано, что тут, видите, сменный блок. Сменный блок показано, чтобы никто ничего не выбрасывал. Вот такая вот коробочка красивая. Достаю. Вот она. Моя прелесть! Моя прелесть! Как я тебя давно ждала! Вот сейчас пойду наскраблю все, что только можно, а потом личико-яичко помажу вот этим интеллектуальным кремом. Впечатление тоже потом расскажу. А помадка идет в косметичку, очень классный цвет. Дальше протеиновый коктейльчик про запас, сывороточный протеин. Мегавитамины нам с мужем. Омега-3 также нам с мужем и деткам по одной капсуле даю. Супер полезный, безопасный дезодорант, который не закупоривает
поры, да, профилактика рака молочной железы, витаминочки для детей. Тригельм – это антипаразитарка чудеснейшая, которая достаточно легко переносится, я подчеркиваю, достаточно. То есть, в целом, антипаразитарка – это непростое средство, друзья мои, вы должны это понимать, да? И первые три дня, кто начинает пить антипаразитарку, вы должны понять, что свидание не назначать. На свадьбу в гости никому не ехать. Первые три дня начала приема антипаразитарки. Ну, взрослые, здоровые люди, вы должны это понимать, а? Или как? Всех предупреждаю, люди забывают. Кстати, когда пьем детокс и антипаразитарку, обязательно много воды. Очень много воды, иначе вам поплохеет. Далее, нельзя антипаразитарку и детокс при камнях почки желчной и с высоким давлением. Аккуратно, с высоким давлением особенно важна подготовка. Кстати, в целом к тригельму важна подготовка и выход. Ну, про выход я вам сказала, да? Пробиотик или бифид. Но еще к тригельму важна подготовка. Кто об этом не знает, пишите в личку, расскажу, какого плана подготовка. После подготовки, опять же, тригельм вы перенесете намного легче и проще. Угу. Особенно если вы собираетесь тригельм давать, к примеру, детям, да, подросткам. Им тем более нужна подготовка, на всякий случай. Так, хронолонг, это уже за деньги было куплено. Вот. А, ну, естественно, средства для волос. Шампунь и кондиционер без сульфатов, без парабенов. В принципе, все. Весь свой длинный список я вам показала. Вот, друзья, практически все. Но вот хронолонг, два эльбифида я брала за деньги. И чего-то там, чего-то еще. Прям совсем-совсем по мелочи. Прям совсем-совсем. Неважно. А все вот остальное, вся вот эта огромная коробка средств мне досталась от компании бесплатно. Еще раз. За 6 месяцев работы. Кто-то мне сказал, тю, 6 месяцев копить. Ребят, полгода, знаете, как быстро пролетает? Шух, и их нет. Жизнь наша скоротечна. Так вот, за полгода я накопила 12 звезд, обменяла их на сертификат на 20 тысяч рублей и его прокупила. Смотрите, какое количество продукции, которые буду кушать и я, и муж, и дети. Будем умываться, на дачу части отвезу. В общем, столько батончиков мармелада, не придется сладкое в ближайшие 2 месяца покупать домой. Ну, разве что тортик, да, там на мужа, на день рождения мужа. Вот, в принципе, все. Вот такая вот распаковочка. Надеюсь, вам понравилось. В общем, всех люблю, целую.